В некоторых населенных пунктах области родник – единственный источник чистой питьевой воды. Так, например, в селе Герасимовка Цельнинского района родник Иконка получил свое название неспроста. Место это намоленное. Жители часто приходили сюда молиться и оставляли иконы. Сейчас же население Герасимовки и соседних деревень приезжают набрать воды и отдохнуть. Раньше даже, когда хозяйство были, животноводство было, они даже приезжали вот здесь, был организован для охлаждения молока, обустроено было. Ну, этот родник пользуется успехами и до сих пор. Сейчас местное население до сих пор ездит сюда. Иногда в летнее время приезжаешь, очень много машин стоят, отдыхают люди. В этом году родник благоустроили. По госпрограмме Целининскому району выделили 100 тысяч рублей. На эти деньги на роднике восстановили домик и забор, заменили настил для забора воды, обустроили подходы. Подрядчикам помогали и сами жители. В следующем году хотят благоустроить территорию вокруг. Целининский район, хочется отметить, что очень качественно, очень в срок выполняет эту работу. Если мы говорим о том, что в среднем мы выделяем на район по 100 тысяч рублей, то они умудряются за эти деньги восстановить два родника. Второй родник, который удалось благоустроить, находится в селе Средние Тимирсяны. Всего же в этом году на благоустройство родников по программе выделили 2 миллиона 400 тысяч рублей. На эти средства в порядок привели 29 источников по всей области. В следующем году программа продолжится. Анна Тищенко, Ул-Правда ТВ.